Уважаемые жители республики, дорогие чебоксарцы! Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством! В преддверии Нового года принято подводить его итоги. 2017 год был годом напряженной работы и больших перемен. Мы подводим итоговую черту и начинаем новую страницу истории чувашской столицы. Хотелось бы, чтобы она стала яркой и значимой для каждого чебоксарца. Дорогие чебоксарцы, пусть 2018 год откроет перед вами новые смелые перспективы, оправдает надежды и ожидания, принесет новые свершения, радость и счастье. Пусть коллеги, друзья, любимые и близкие люди радуют вас своим пониманием и поддержкой. От всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного тепла и благополучия, новых успехов и достижений в труде на благо нашего города.